Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в Парк Победы посмотреть на ледяные скульптуры. Вот. Ну что, пойдемте. Друзья, мы вошли в парк, так сказать, ледяных скульптур. Вау, смотрите, какая красота. И елка здесь такая большая стоит. А не вставать, я сфотографирую. Давай, вставай. Иди вон туда, вот к этим вот. К этим иди. Подарком. Иди, иди дальше, иди, иди. Стой, стой. Стой. Пошли. Вау. Пошли туда, по левой стороне пойдем. Вон там что-то интересное для детей. Как же холодно, друзья, как же у меня замерзла рука, кто бы знал. Вау, какая машина красивая. Вон ребенок сидит. Анют, хочешь залезть? Почему? Тебя сфотографирую. Пойдем дальше. Пошли. Не, пошли. Все фотографируют, все в новогоднее настроение. Так весело. Он Липтон чай. Аню, вставай. Много людей. Это все лед, друзья. А там где-то вход есть у нее? Вставай, давай, вставай, быстрее, вставай, быстрее. Пока иди пока. Пусть люди фотографируются. Да, да. Все, пойдем. Спасибо. Ой, смотри. Там очередь. Тут, да, очередь, друзья. Ой, как мне оказалось. О май гад. Так, это что у нас? Это какая-то гора. Да, тут надо что-то кидать, видать, в эти вот штуки. Что-то кидают. Царь горы, наверное, ну да. Вау, Москва написана здесь. Блин, люди ходят. Много людей вообще. Анют, иди смотри, что за мной ходишь. Это все лед. Это лабиринт. Метро, я так понимаю, да, да, там Рыницкая. Давай, пойдем. Давай, заходи в лабиринт. Давай, пошли. А вот здесь мы с тобой были, смотри. Здесь, дом музыки, да? Пошли. А это Третьяковская галерея, вот эта вот, в которую мы с тобой так и не смогли попасть почему-то. Так, а это детский мир, в котором мы с тобой были. Смотри, Тош. Вот, видишь? Мы с тобой здесь были. А вот Красная площадь, смотри. Вижу, вижу. Вот. А можно я засниму? Ленинградская гостиница. Курская. Переход надо делать там. Курский вокзал. Вот, смотри. Пошли дальше. Нам на выход.
Давай. Пойдем. Так, тут здесь катаются на горке. И, да. Ледяная горка. Да. Куда она делает? Анюта! Анюта! Вот ненормальная, а? Куда делать? Пойдем на это кататься, ага? Вон здесь катаются. Пойду искать свою сестру, друзья. Друзья, нашел свою сестру. Идем дальше смотреть. Какая красота. Иди вставай. Иди вставай. Обалдеть, какая красота. Друзья, это культура здания мэрии Москвы. Вот такое большое красивое. Люди очень много людей. Очень много людей. Сейчас я покажу культура здания. Значит, большой театр. Умница. Очень красиво. О, очень. Все видят себя. Ура! Ой, какая толпа здесь. Так, это царь колокол. Как много людей. Где? А где мои снеговички? Бородяка, ты где? Бородяка. Ты видела бородяку? Это елка. Вот бородяка. Вот он. Это бородяка. А ты? Вика. Вика? Это бородяка Вика. Юрта. Как много всех. У меня есть вопрос для вас. Это Юрта. Расскажите мне. Сейчас будет проверка новогодняя. Что растет на елке? Шишки и иголки? Это от телебашни остатки. Да? Да. Надо громко только кричать. Хорошо. А что мы вешаем? Разноцветные шарики? Это... Дохлые комарики? Нет. Хорошо. Сосиски? Кто-то сосиски вешает. Котлеты? Там памятник. Нет. А что? Там мишуру? Значит, залетел. Да? Ириски? Показывать. Это памятник Пушкину. Дохлые сосиски. Тухлые сосиски. Ну ты бородяка вешаешь, да, я нет. Хорошо. Вот вам. Слушайте внимательно, кто любит бельвян носиться, конечно, рыжие. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бельвян, лисица. Точно? Белка. Какая она белка? Такая. Ледовая Москва. Какая белка? Такая. А если не было перина? Ледовая Москва. Белка. С орешком. Ой, очень. Очень. Так, хорошо. Такие вот паровозики. По горной круче на проходил. Хорошие шерстью. Вот так вот. Видите, как они ходят? Возможно. А, это кто? Памятник. Волк. Ну нет. По горной круче. Горы, горы. Баран, конечно. А, хорошо. Памятник. Следующее. В бурой шубе во весь рост ходит это... дедушка. Памятник
Разве у Деда Мороза бурая шуба? У него красная. Арка, в общем, это арка, друзья. Братья, ты знаешь, что это? Он Мали не знает. Вот такая вот красивая арка. Это работники колхозники памяти. Это, друзья, главное здание МГУ. Вот такое МГУ, друзья, это. Обалдеть. Так, дальше идем, друзья. А, друзья, так как холодно. Ну, холодно. Так, это Красная площадь, что ли? Да, Красная площадь. Это Красная площадь. Так, дальше идем. А очень весело. Я вам показал, друзья, все памятники, все культуры. Вон там. Садимся, репетируем, генеральная репетиция у нас. Садимся. Иду сюда искать свои сестры. Он стоит. Ушла от меня, представляете? Еле-еле нашел. Ну, болит, сейчас пойду. В общем, такая атмосфера новогодняя, вообще шикарная. Просто. Друзья, вот такой мотоцикл вот есть еще. Малыш, а можно отойти? Вот, так много людей. Там не видно, вот видно. О, какой красивый. Осторожно. О, скульптура очень красивая.